Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению должников. Патруль встал на улице Воровского. Инспектор ДПС останавливал машины, предлагая водителям проверить по фамилии наличие или отсутствие долгов. Сама процедура проста и занимает не больше минуты. Мы их пробиваем по базе службы судебных приставов. Если имеются долги, предлагаем оплатить либо на месте, либо вручаем повестку, требования для явки в службу судебных приставов. Алименты, коммунальные платежи и штрафы – все виды задолженностей сведутся в один список и выстроятся под запрашиваемой фамилией, если они, конечно, есть. Иногда кингисеппцы вообще не считают нужным платить по счетам, а иногда просто забывают. Есть и такие сознательные, которые в полном ладу с законами и помнить им нечего. Вы знаете, есть у вас задолженности или нет? У меня нету. Нету? Я плачу. Я, во-первых, не нарушаю, во-вторых. Нету. Спасибо. Раз в неделю таким образом судебные приставы помогают узнать и вспомнить о своих задолженностях. Но можно и не ждать, когда патруль остановит на улице. Проверить свою историю платежей можно и другим способом. Задолженность можно просмотреть в интернете на сайте УФССП по Ленинградской области. Там влезают данные, вводите фамилию, имя, отчество, год рождения и адрес проживания. И влезает уже ответ, что кому и что он должен. Кроме того, для установления имеющегося долга по исполнительному производству о наличии или отсутствии задолженности у граждан есть возможность самостоятельно получить информацию о наложенных штрафах и способах их уплаты на едином портале государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и подразделениях по исполнению административного законодательства.